But this is my rules, my tools. Adidas boots and kept Chicago Bulls. Cops wanna catch me every day and every night, but I am not afraid, and it's my parliament line. Yesterday I installed Skype on my comp, but they cut off the light in my home. I'm not losing hope. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами, как всегда, Владимир Толочко, компания Seven Motors. А на обзоре у нас сегодня Nissan Rogue 2015 года, который был приобретен на аукционе Copart. 15-й год, аукцион Copart. По нюансам, ребят, вы видите, это поврежденный автомобиль, у которого повреждена передняя часть и пробита левая сторона вся. По передней части у нас к замене капот, к замене обе фары, к замене бампер. Кстати, обратите внимание, вот это все находилось внутри салона, то есть в таком вот состоянии мы все выняли, то есть железные крылья вот так вот просто все побросали вовнутрь. Сейчас я позже покажу, какая обшивка и так далее, что здесь происходит. Сейчас покажу вам моторный отсек. Автомобиль, к слову, заводится и едет. Жидкости мы не можем проверить, то есть я не вижу бачок даже, но сейчас давайте проверим жидкость в радиаторе. Ребят, в радиаторе жидкость есть, то есть спокойненько можно заводить, спокойненько ехать. Кстати, из нюансов, я смотрю, здесь перевернула ремень. Покажите, Александр. Ремень перевернула на генератор, вы видите, да? То есть у нас завалено правое колесо. Из лонжероны вроде бы как стоят на месте. Позже мы приподнимем, покажем вам, что снизу. Обратите внимание на подвеску. Завалена стойка правая, крыло к работе. Все эти провода здесь, которые порваны, мы сейчас будем брать стяжки, подвязывать. Радиатор, я вам сказал, что уже целая, усилитель бампера целый, решетка, ребят, решетка радиатора, она в мелких царапинах, все это будем сейчас отмечать, но визуально она целая. Дальше, резина, кстати, смотрите, какая резина, лысоватая, ее же пора менять. Зеркало, вы видите, есть царапины, есть трещины, по двери есть всякого рода мелкие царапины, глубокие царапины, обратите внимание, вот эта царапина до металла. Внутри мы имеем черный кожаный салон, взорваны у нас обе шторки. Сейчас будем заводить, делать небольшой драйв-тест, все это вам покажем. Все, смотрите, как бы все валялось внутри. Я не вижу, что сиденье испорчено, то есть как бы нету никаких рваных моментов. Есть много песка, есть много грязи, но вот, кстати, ремень обрезан. Обрезали просто, как я понимаю, это было детское сиденье, вот его здесь срезали. Сейчас посмотрим, что у нас в багажнике, как он выглядит. По задней части, друзья, у нас крышка вся целая, фонари все целые, бампер весь целый визуально. Царапины, сейчас будем смотреть. Царапины есть, конечно же, по этой стороне у нас есть царапины глубокие, левая четверть к работе. Так, смотрите, все лежало вот здесь. Из-за того, что страховые компании бросают все вовнутрь, у нас всегда вот эти все обшивки, они все в царапинах. Вот в таких вот нюансах. То есть, ребят, ну, извините, такие у нас страховые компании. Им без разницы. Они уже списали этот автомобиль, деньги отплатили. Электропривод в задней крышке. Фаркопа у нас нет. Сейчас я вам его заведу. Попробую проехать вперед-назад, хотя у нас вывернут немножко рычаг, но привода там полностью целые. Так, здесь обшивка нормальная, только грязная, вы видите. Да, вот так вот они приходят с аукциона. Какая у нас здесь резина стоит, у нас здесь стоит 18-е колеса, ну резина слабенькая. This is true. Today I go our studio gas holder and create on computer new folder. Jay push rec rec, I sing rap rap, микрофон check check, this is real. Есть рейлинги, люка у нас нету. Люка нету, поэтому ну давайте заводись. Пробовать, что здесь. Так, 41 тысяча миль. Опять же один ключ. Кнопка старт. Заводится легко, все нормально, все хорошо. Музыка. Давайте, что у нас с музыкой? FM. Ну, звук есть, то есть как бы радио нужно искать, ловить, то есть как бы вы поняли. Камера заднего вида. Все работает 360 view, то есть в зеркалах здесь также есть камеры, то есть нормально, нормальная комплектация. В бардачке мы имеем сервисную книгу, она в таком вот состоянии будет здесь оставаться. Ребят, те из вас, кто... кстати, у нас есть обогревы сидений, то есть все это есть. Те из вас, кто покупает у нас автомобили, всегда обращайтесь к коллегу, если вам нужен номер подарочный. Олег раздает эти подарочные номера, потому что в последнее время мы их не шлем из-за грузчиков. Грузчики воруют, ну что ты можешь сделать? Они не воруют запчасти, но воруют номера. Повторюсь, опять же, к
Кстати, тут еще у нас что? У нас есть тут несколько сережек. Не знаю, то есть все это мы вам положим. Смотрите, пользуйтесь. Подарок. Скажется, кстати, получили, не получили. Так, что еще здесь? Детские соски, больше ничего. Давайте я попробую вперед-назад проехать. Так, вперед. Мы едем. Назад. Мы точно так же передвигаемся. Каково ваше мнение? Как вам автомобиль? Все эти автомобили, ребята, эти, вот такого класса, Nissan Rogue, до 10 тысяч долларов. Это 15-й год. Пятый месяц 15-го года. Хотите что-то такое? Плюс 1-267-632-4774, Viber, WhatsApp, пишите, звоните, либо обращайтесь к нашим представителям в вашей стране. Также мы в Украине, обращайтесь к компании Автопарк, компания Cool Auto, коллегу, к Артему, ко многим-многим другим. Ребят, Семь Моторс. Давайте будем сейчас подниматься, смотреть, что далее. Итак, друзья, мы приподняли автомобиль. Что мы видим? У нас к работе амортизатор, он загнут. У нас рычаг вроде бы на месте стоит. Он визуально я вижу, что он его не погнуло никак, ни к чему, никуда. То есть он нормально, в нормальном состоянии, но как бы уже когда будете делать развал схождения, вы обязательно обратите внимание на правую сторону. А, как я и говорил, перевернула ремень. Саша, если ты с этой стороны зайдешь, ты покажешь. Вы видите, да? То есть автомобиль заводится, едет, но ремень, вы видите, да, он перевернут. Что еще снизу? Ну, таких больше нареканий. Я не вижу, чтобы были нарекания какие-то снизу у нас. Грязь, вмятинки, все это отметим. Но, опять же, оп, подрамник цел. Я вижу, что подрамник не получил. Подрамник полностью цел. Вот такой вот краткий обзор. Сегодня мы сделали с Nissan Rogue 2000. Нормальная комплектация у данного автомобиля. Это все сейчас упаковываем, слаживаем вовнутрь. И ждем звонка клиента. Клиент нам скажет, что делать далее. Упаковывать, складывать и отправлять в Украину. Либо мы ждем какие-то заказы запчастей. Опять же, складываем все вовнутрь и отправляем в Украину. Хотите такие услуги, такой сервис? Семь Моторс. Добро пожаловать за покупками. Итак, ребят, все, что мы сделали с Nissan Rogue, мы все сложили, все запчасти, которые были ломаны, все сложили в багажник, вы видите, все, чтобы нигде не соприкасалось, ничего не ломалось, все упаковали в картон, в коробочке. В таком вот состоянии будем отправлять нашему клиенту. Клиент, обязательно нам позвони, и мы решим, что тебе там докупать, не докупать. То есть на данный момент все остается вот в таком состоянии. Ребят, хотите такие услуги? Семь Моторс. For mistakes, Google Translate. Мы лучше. Yesterday I opened my bank account. Please set me dollars in any... По этой стороне, видите, все, что оборвалось, сейчас как бы сохраним, чтобы до конца не оторвали. Где-то наедут колесом или чем-то еще. Стяжками все стянули, и все. У вас все на месте. Итак, ребят, сейчас увозим Nissan Rogue. Следующий на очереди мы ставим Lexus AS 250 и продолжаем далее. Всем бай, следите за нами. Кому это видео было полезно, ставим лайки. Ну, судите, кому бесполезно, ставим дизлайки. Пока-пока.